Всем здорово. Сейчас жду кореша своего. Он заказал себе телевизор. Не ел, не спал, копил деньги. Завтраков школьных откладывал. Сейчас купит себе телевизор 70 дюймов. Samsung 70 дюймов, 4К, громменный телевизор. Сейчас мы поедем покупать его в CityLink за 65 тысяч. Вот он, кстати, подъехал. Здорово, троглодит. Че, пить говно какое-то здесь? А-а-а. Вот свинья. Не говно. А это че с говна? Зарядка. Ай, блин, в кустах застрял. Колхозник идет. Блин, задрал, ты не снимай, хотя бы это уже, не хочу. Это. Я не хочу быть на Ютубе. Я не хочу. Я не хочу, чтобы знали. Где мой телек? 70 дюймов. Я пойду в Царь Пива, да? Да. Я колхозник, возьму себе телек 70 дюймов. Буду с кошками там в Doom играть. Вот момент истины, вот он заходит, переступает порог. О, сердце уже заколотилось. Две твари. Как ты нас достал. О, даже масочку приготовил. Все подготовился, а? О, тут даже, смотри, нету даже 70 дюймов, смотри, в проверке. Максимально 60. Все, новый телек. Сейчас распакуем сначала. Ну, ты здоровый? Капец. Это кран придется вызывать, да? Там куча пенопласта, наверное, еще. А внутри такой маленький телевизор. Телевизор этого. Как вы чувствуете себя? Какой-то какой-то, ты игиловец какой-то. Вот это дело, да? Ты улыбнись, скажи. У меня новый телек. Да. А где улыбка? А сколько у него? 5 лет гарантии? Год. Год, и потом выкидывать можно, да? Пыльнуть его из окна просто через год. Сейчас денежки поедут, а? Да ты сумку смотри. О, 66, 370. Как ты первый раз такие цифры? Блин, первый раз вижу. Все. Когда люди, чтобы телевизор смотреть, столько денег отдают. Да отстань ты, свинья, а? Возможно, неправильно, я помню. Блин, возможно, тогда телек не получишь. Долг выполнен. Все, поздравляю. Вы обрели кучу долгов, поздравляю. На 12 месяцев. Спасибо. Пожалуйста. Вставайте, сниму. Блин, на туре дурак, хватит забирать, да? Сколько воздуха уже? Ну, в этом плане сам снимать есть. Блин, иди их только резко. Как на лифчике. Разрезал, это, блин, только... Только что? Так что? Не вернешь. Потом его сложно замотать. Типа он... Там все равно весит. А? Ну он весит нормально, его скотчем. Сразу разваливается, да? Да. Только открылось. Хорошо весит? Ты что, гонишь? Потом, значит, приедет мне рабочий, скажет, бимя. Скажет, ты идиот, да? Конечно, надо проверять. Давай, доставай. Хорошему, да. Все, проверили, да? Ништяк все, Серег? Что там уже, ломает что-то. Да. Сейчас первая бутылка пива сразу в него полетит. О, какие эти штучки, да? Не-не-не, поехали. Вот так? Нет. Это правильно, но... Сначала надо его запеленать. Да. CityLink не подготовил, 60 дюймов только можно проверить, он максимум. 70 уже все равно проверили. И 70 не предел. А какие самые большие? Блин, 85 что ли, 89. Не, вообще. Мне кажется, люди приходят, такие большие телеки, они берут, не парятся и уходят с ними, да? Ну да. Это колхозники так проверяют. Кому в кредит под 300% дали.
Все, запаковал нам чувачок из Ситилинка телевизор. Вся ништяк. Прям отлично запаковал. Он грузит, прицеп ради этого выгнали. На прицепе телек поедет, даже четверка не помещается. Че там, чики-бомба все? А вы его прям что, в сено с навозом туда досунули? А где вы столько сена взяли? Скажи тебе, блядь, и ты поедешь. Че? Все. Да я на сдачу он мобил себе взял за 20 тысяч. Всего лишь? Да. Че, какую хуйню взял? Снимаешь, что ли? Да нет, так держу просто. Че, поедем тебе? Погнали. Сколько там, пятую, 140, да? По встречке сейчас. Не, у меня так не ездит. Не ездит? Не. А. Ну че ты? Не, не надо. А колеса где? Какие? Круглые. Че, поехали? Поехали. Куда едем? Вон. На Шевченко. Поехали. Где живет ваш сынок, помните, родной? Че? Тоже соль с нами. Не, я вон на это, на тракторе поеду. Да вон, с тракторными колесами. Вон наш телевизор едет. Get more free, family, family. I'm driving, driving, I know we, vino, 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 vino. To misery, to the window. Блять, сука, блять. Нахуй ты, бля. Все, доставили телевизор с моей помощью богатырской. Эх, если бы не я, не видать бы ему телевизора, а? Все, подсоединили. Жесть, какой он огромный. Вот какой был. Ну, тоже не маленький, 50 дюймов. Или 55 он был. А этот 70, жесть. Половина комнаты. Ну, вообще, ты комнаты даже теперь не видать. Просто тупо огромный телек. На таких вот временных столах. Сейчас будем его подключать. Тестировать. Что-нибудь зарубимся, поиграем, посмотрим. Такой вот огромный. Вот у него пакетик такой. Здесь, кстати, сэкономили пульт. Дали не который вот такой крутой тип пульт указка. Но обычный дали. Да какая разница. Нажал, включил его и все. Ну, питание. Еще какая-то шляпа. А это заглушка какая-то. Это, наверное, сюда вставляются эти карточки. Это для цифрового телевидения. Угловой переходник, если на стену, наверное, вешать. И проводок, и пультик. Он что, даже проводок назад замотал? Наверное. Блин, ну мужичок хороший. Мне понравился. Хотя бы хоть с пониманием отнесся. Батарейки он уже вставили. У меня был такой пульт к этому телеку, помнишь, который мой первый? Full HD. Такой же пульт был. Сейчас самое интересное будет Doom протестировать. Первый запуск. Где этот? Вот, в пакетике. Чтобы не испортился. После тяжелого рабочего дня телевизор посмотреть. И вы можете попробовать секс с элементами сада Маза. Попросите вашу партнершу, чтобы она сделала вам больно. Ага. Мою и просить не надо. Чуть что не так, сразу на тебя в табло. Doom 2016 года, 4К, а ты почти все на ультрах, да? Ультра высоко. Ни о чем не думаю, тыкаю все на максимум, да? Типичный россиянин. 60 Гц, да? Блин, надо было мне тоже в свойствах мониторах убирать. Выбирать тогда. Кошки нас срали за тот дом на ультрах. Кошка вообще где-то там. А, вообще в подъезд убежал, да?
выбежал, закрыл дверь, все. Но еще есть запасная он. Вот тебе киска. Вот тебе киска. Киска, киска. Че, нашел свою киску? Капец. Где была киска? Ее уже соседи взяли уже. О, к себе? Да. Так надо было это... Так надо было отдать. Ух ты, тварь, а? Шабол, да? Ах, шабол, да? Так это твой шанс был избавиться от нее. Блин, мне жалко. Ай! На, ай! На ай! Благодарность. Ай! Ай! Тварь, а? Спасибо, хозяин, что забрал. А теперь мы подключили Xbox One X. Новый Doom. Старый мы не нашли. Точнее, новый на компе не нашли. Но этот Doom, он посимпатичнее, мне кажется. Чем 16-го года. Еще бы это, нормальный бы звук. В этой цитадели находится зал исключения душ. Мы должны пройти. Блин, мне вот игра, мне вот вообще не парюсь. А чем не паришься? Три камеры вообще ништяк, да? О! Вообще кайф. Ну вот такой, короче, телек. Все ништяк, все будем тестировать. Может как раз игру до пройти. Нет, второй раз я не буду проходить больше. Ну я пройду, ты посмотришь.